жизнь ужасна, к тому же она стала и опасной. Бесцветна, полна отчаяния, поступков, как следствие раскаяния. Он салонный художник к настоящему, влюбился в известную красавицу, графиню де Гильруа, о боже! И она сдержанно ответила ему тоже. Своим быстрым бременем заставляет понять, что иллюзии не вечны, заставляет опуститься на землю и остеречься. Жизнь неумолимо разрушает воздушные замки, воздвигнутые из песка, а не из верности рамки. Забывая, ему теперь понравилась другая. И к чему любить, если тот, кому отдана жизнь, тот внезапно ушел от тебя, забывая, ему понравилась другая.